Память моя вновь и вновь возвращается к тем уже далеким дням февраля и марта 20-го года, когда перенес я тяжелейший сыпной тиф, и чудом оставшись жив, странным образом испытал невероятный подъем человеческого духа, позволивший мне коснуться многих глубочайших вопросов бытия. Именно тогда я впервые ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое создаю, и что это есть мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, которую должен я проводить в жизнь, как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятельности. Я приплыл в Ялту из Новороссийска пароходом «Муравьев-Апостол» в конце января. Всю дорогу был шторм, сильно качало, и уже тогда я стал ощущать первые признаки своей грозной болезни. Наташа и дети встретили меня на пустой набережной и сразу увезли в горную щель, дача племянницы моей жены Сони, Софьи Марковны Бакуниной. Я жил уже здесь в 16-м году, но как будто безграничная пропасть разделила мир за это время. Первые дни по приезде пытался работать, начал любопытную статью для английского журнала. Как же она называлась? Ах да, «Некоторые мысли о живой материи с точки зрения геохимии». Да. Интересно, сохранились ли эти наброски? Наверное, нет. Через неделю начался тиф. Позже сделал я такую запись в своем дневнике. Хочется записать странное состояние, пережитое мною во время болезни. В мечтах и фантазиях, в мыслях и образах мне интенсивно пришлось коснуться многих глубочайших вопросов бытия и пережить как бы картину моей будущей жизни до смерти. Это не был вещий сон, так как я не спал, не терял сознание окружающего. Это было интенсивное переживание мыслью и духом чего-то чуждого окружающему, далекого от происходящего. Это было до такой степени интенсивно и так ярко, что я совершенно не помню своей болезни и выношу из своего лежания красивые образы и создания моей мысли, счастливые переживания научного вдохновения. Совершенно не помню своей болезни. Нет, все же помню. Помню Наташу,
Она днями не отходила от моей кровати. Моя Наташа, Наталья Егоровна. Мы познакомились полвека назад в предновогоднем Петербурге. Она тогда совершенно случайно, за компанию с подругой, пришла в наш студенческий кружок, наше братство. Пришла и осталась в моем сердце навсегда. Помню, в жару моей болезни все просил записать ее что-то очень важное из того, что мне тогда открывалось. И как она покорно писала в ночи мои несвязные мысли. Какое-то было странное и страшное время. В Ялте нельзя было купить хлеба. Кругом стреляли и грабили. Как-то ночью сгорел соседний дом, а в нем наш сторож грек кости. Вероятно, это была месть, поджог. Помню, я написал тогда: «Жизнь не стоит копейки, и все безнаказанно». И среди этого ужаса мысль моя в чрезвычайной яркости охватывала заветнейшие вопросы моей научной работы. Работы, которой полностью отдал я свою, подходящую сейчас к концу и оказавшейся такой длинной жизнь. Сразу после выздоровления Наташа и дети уговорили меня записать пережитое мною. Сам я тогда был не уверен, говоря откровенно, не плод ли это моей больной фантазии, которая не имеет реального основания. Нет ли в этом переживании чего-нибудь вещего, вроде вещих снов, о которых нам, несомненно, говорят исторические документы? Опять вспоминаю свой старый дневник. Вероятно, есть такие подъемы человеческого духа, которые достигают того, что необычно в нашей обыденной изо дня дневности. Сейчас же для меня ясно, что и эти явления являются проявлением единого вечного целого, и я познаю одно и то же научным исканием, религиозным и поэтическим вдохновением, мистическим созерцанием, философским мышлением. Не буду останавливаться сейчас на подробных картинах своей будущей жизни, которые до сих пор стоят у меня перед глазами. Сразу по полном своем выздоровлении долго сидел я на скамейке у нашего милого дома, грелся на первом весеннем солнце, смотрел на далекое море и горы, на первые крымские цветы. Первые крымские цветы. Они дарили мне тот совершенно необходимый для правильной работы творческой мысли покой душевных сил, без которого и сейчас не мыслю я свою научную работу. Вот что я записал тогда в дневнике среди размышлений научных и мыслей об устроении будущей своей судьбы. Я массово ношу от букета полевых цветов, который стоит у меня на столе, за которым я ухаживаю и меняю. Он столько дает мне и своими формами, и своими красками. Как-то странно углубляется моя душа при взгляде на него. Вот примула, белые редкие палевые нежные звездочки. А вот крокусы, желтые, синие, фиолетовые бутоны, рассыпанные по еще заснеженным склонам окрестных гор. Еще два вида фиалок с их нежным запахом. Моя давно задавленная страсть к цветам начинает, мне кажется, развиваться с неудержимой силой и будет идти так, чувствую, и впредь. Замечаю, что в саду начал уже отцветать белый миндаль, зато вовсю расцветают лютики. В окрестных горах повсюду набухают желтые соцветия молодого кизила. Напоминая о детстве, висят длинные сережки лесной лещины. И откуда-то издалека ветер приносит в мою комнату запах молодого розмарина. Сегодня Сашко принес мне крамвей, очевидно заблудший из культурной разводки большой ирис. А еще я нашел какое-то фиолетовое крестоцветное, которое за отсутствием книг не могу определить. Крымские подснежники.
По моему выздоровлению Наташа принесла мне в комнату целую охапку пахнущих снегом и самих похожих на снежинки цветков. Сколько дает мне такой букетик мыслей и настроений, когда я на него взглядываю. И именно в эти первые весенние дни, в охваченном пожаром Великой Русской Смуты Крыму, те заветные мысли о человеке, человечестве, космосе, живом веществе, которые пронеслись в моем разгоряченном тифом уме, постепенно приобрели свою форму и законченность. Впервые понял я тогда со всей отчетливостью, что все живые существа, твари, планеты являются созданием сложного космического процесса, необходимой и закономерной частью стройного космического механизма, в котором, как мы знаем, нет случайности. Оставляя в стороне представление «жизнь», я постарался остаться на точной эмпирической основе и ввел в геохимию понятие «живое вещество» как совокупность живых организмов, неразрывно связанных с биосферой, как неотделимая часть ее или функция. Также и человек, как и все живое, не является самодавлеющим, независимым от окружающей среды природным объектом. Человек и человечество теснейшим образом прежде всего связаны с живым веществом, населяющим нашу планету, от которого они реально никаким физическим процессом не могут быть уединены. Это возможно только в мысли. Эволюционный процесс получает при этом особое геологическое значение, благодаря тому, что он создал новую геологическую силу – научную мысль социального человечества. Мы как раз переживаем ее яркое вхождение в геологическую историю планеты. В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния одного видового живого вещества, цивилизованного человечества, на изменение биосферы. Человечество закономерным движением, длившимся миллион другой лет, со всеусиливающимся в своем проявлении темпом, охватывает всю планету, выделяется, отходит от других живых организмов, как новая небывалая геологическая сила. Со скоростью, сравнимой с размножением, выражаемой геометрической прогрессией в ходе времени, создается этим путем в биосфере все растущее множество новых для нее костных природных тел и новых больших природных явлений. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние, в ноосферу, сферу разума. Человек, охватив научной мыслью всю планету, стремится двигаться в направлении постижения законов Вселенной. И я смотрю сейчас на все с точки зрения ноосферы и верю, что в буре и грозе, в ужасе и страданиях стихийно родится новое, прекрасное будущее человечества.